Содержание презентации включало в себя блюда представляемой страны и традиционное национальное оформление стола, скатерти и посуда. Ребята защищали свои проекты в национальных костюмах, подбирали музыку и рассказывали об использованных ингредиентах и рецептуре. 11-й Б-класс известен всей школе как любители всего неординарного. И на этот раз ребята всех удивили, представили Китай яркими готическими образами и купленными хинкалями. За все предыдущие года в этом конкурсе не было еще никаких импровизаций именно на готическую тему, и мы решили выделиться и сделать какое-то своеобразное представление. В отличие от параллельного класса, девочки из 11 В готовили национальные французские блюда сами и также позаботились о внешней составляющей, нарядились в костюмы. Когда мы обсуждали с девочками Францию, у нас вспоминались прекрасные балы, которые показаны в фильмах про мушкетеров, и мы решили, что мы повторим подобное и решили одеться в платье. Ученики 9 Г-класса представляли Японию. Когда Лучи Ацешко предложила своим одноклассникам выбрать эту страну, все ребята сразу же согласились, потому что знают об увлечении Японии и ее традиций. Как призналась Лучия, для мероприятия она одна готовила роллы всю ночь, а для презентации выучила стихотворение на японском языке. Для второго этапа художественной самодеятельности некоторые классы подготовили танцевальные номера и театральные сценки. Завершающим и самым долгожданным этапом стала дегустация блюд. Жюри по достоинству оценила каждое приготовленное блюдо. По итогам всех конкурсов первое призовое место занял 9-й Б-класс, который представлял Италию. Победителей всех участников конкурса наградили грамотами. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.